В социальных сетях неравнодушная жительница Ульяновска Мария Кузнецова разместила фотографию мемориальной таблички с улицы Крымова. По словам Марии Николаевны, достоверность таблички вызвала сомнение, которое подтвердилось. На остановке повесили стенд, рассказывающий о другом человеке. Неискушенный человек, возможно, не обратил бы внимания, что табличка на остановке посвящена памяти другого человека. Однако местные жители помнят, что на этом самом месте раньше располагался мемориальный стенд, посвященный памяти Михаила Дмитриевича Крымова, красного комиссара. После того, как о промашке стало известно, организация, занимавшаяся размещением таких табличек, незамедлительно исправила оплошность. В этот день мы ее сняли и посчитали нашим долгом исправить информационный стенд. Так как это получается, что мы не доработали эту работу мы не доделали. Сейчас, то есть в дальнейшем, если мы будем дальше проводить эту работу, будем более тщательнее, более внимательнее подходить к этой информации о каждом герое нашего региона. Аналогичные таблички есть Новорекиса, Гая, Льва Толстого, Шевченко, Пушкарева. По задумке они должны привлекать внимание горожан кратким рассказом о выдающихся людях. Я считаю, что это очень хорошее дело. Если будут вот такие стенды, и хочешь не хочешь, стоя на остановке, обязательно прочитаем. Даже если я не знал что-то, но я теперь знаю, что а из молодежи тем более. Памятные таблички и другие мемориальные знаки, к сожалению, не вечны. Время от времени их нужно заменять на более новые аналоги. В случае с Крымовым инициативу на себя взяла общественная организация НКО, понадеявшаяся на добросовестность исполнителей заказа. А вот с работой над ошибками общественникам помог уже архив новейшей истории. Я его выслушал, сказал, что посмотрим, каким образом, что и когда, где найти. На следующий день сам посмотрел все эти документы, нашел его фотографии, нашел его историческую справку по нему, биографию краткую, отпечатал ему все это, подготовил. И он приехал, я ему все это вручил, говорю, изучайте, смотрите, делайте поправку, ту, которая так и должна быть. Как бы то ни было, но сейчас на остановке улицы Крымова размещен правильный стенд. Ответственность же за неосторожное обращение с историческими фактами вскрылась благодаря тому, что табличка действительно привлекла внимание. Вера Мещерякова, Константин Никитин, репортер 73.